Лорен Уинтер. Знаете ее? Это едва ли. Лорен Уинтер. Третий этаж, последняя дверь по левой стороне. Не принимаю. Стойте! $50. Только без поцелуев и извращений. Заметано. Кладите деньги на стол. У вас ровно 10 минут. Звенит будильник. Время вышло. Ясно? Вы бы раздевались, ваше время идет. Вообще-то я не клиент. О, черт, да вы коп. Ну надо же, что хотите, тест-драйв на халяву? Меня зовут Скотт Шелби, я частный детектив. Родители жертв мастера оригами наняли меня для расследования. Я лишь задам вам несколько вопросов о сыне. Я уже все рассказала полиции, добавить нечего. Проваливайте. Будут еще жертвы, если не поймаем убийцу. Вы должны помочь мне, Лорен. Вдруг удастся найти хоть какую-то зацепку. Помочь? Вы ничего не можете сделать! Мой сын умер, вам ясно? Он умер! Я понимаю, Лорен. Прекрасно вас понимаю. Правда? Вы знаете, каково это найти своего сына мертвым на пустыре? Увольте, я не верю, что вы способны меня понять, мистер Шелби! Если не поймать убийцу, многие женщины найдут мертвых сыновей на пустырях. Но вы правы. Какое вам дело? Вам-то уже все равно, а? Что вы хотите знать? Как случилось, что он пропал? Он обычно гулял со своими друзьями после школы. В тот день был просто жуткий проливной дождь. Никогда не забуду. Все дети вернулись домой в 5. Кроме него. Когда вы забили тревогу? Около 8. Я заволновалась, обежала весь квартал, ходила на пустырь, где они играют, ходила к его друзьям. В полицию позвонила в 10. Хотите? Нет, я бросил. Молодец. Вы подозревали кого-то, кто мог сделать это? Здесь бывает много сомнительных типов, сами понимаете. Конечно, я об этом думала. Но это же так нелогично. Зачем кому-то из моих клиентов делать такое с моим Джонни и другими детьми? А они нашли что-нибудь на пустыре? Улики, свидетелей? Нет. Сказали, что он убежал и наверняка скоро вернется. А
через 5 дней нашли тело с фигуркой оригами в кулаке и орхидеей на груди. Время вышло, мистер Шелби. Я надеюсь, вы довольны. Проваливайте. Если вспомните что-то, любую малость, позвоните. Это я. Рой, зачем ты пришел? Я же тебе сказала, не смей являться сюда. Ну, киска, я же так соскучился. Че тебе надо, урод? Лора, все в порядке? Да все путем! Проваливай, козел! Снова ты? Хочешь проблем, могу устроить. Я тебе сейчас мозги вышибу! Увидимся, урод! Вы в порядке? Жить буду, наверное. Кто это? Бывший клиент, придурок чертов. Совсем оборзел, я ей сказала, чтобы не приходил. Берегите себя, он ведь может вернуться. Простите, если что. Мистер Шелби? Да. Спасибо.